Доброе утро, друзья. Парк еще спит. Тишина. Смотрите, ходит наш малыш. За папой, за мамой. Пошел в домик. Мне нравится, как у папы в этом году сыночек, и как он к нему относится. Ходит следом Федя. Все время рядом, все время его защищает, оберегает. Я раньше не замечала у нашего Феди таких отцовских чувств. Кипер Виктор ходит. А тут, смотрите, друзья, нам повезло. В парке чудо рождения новое. У европейской лани родился малыш. Друзья, посмотрите. Он черненький. Черного цвета. Абсолютно непонятно у нас такое первый раз с мамой. Вышагивает рядом. Какая там произошла мутация, абсолютно непонятно. Но то, что малыш резвый, замечательный. Это просто чудо. Мама его зовет. Кипер Витя делает утренний обход. Сразу после планерки в 7 утра все ходят по своей территории и осматривают. Видите, смотрите, как мама зовет. Как говорит, иди сюда. Куда ты побежал? Мир полон опасности. Такой абсолютно темный малыш. Все сородичи его приняли. Прекрасно. Сейчас, видно, малыш поднял маму. Пока все еще утром лежат, отдыхают. Хвостиком как. Дин-дин-дин. Оп-оп. Чудо наше. Оп-оп. Очень резвый, очень веселый. Ну, слишком резвый. Побежал, побежал, побежал. Вот такое в парке Львовтыган. Чудо рождения. Давайте будем ему придумывать имена. Пишите в комментариях, как вы считаете, какое такому необычному. Мама зовет Ланенку. Подойдет имя. А мы поедем дальше. С добрым утром.